Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о системах подачи СО2. Зачем в аквариуме нужен углерод? Он необходим для активного роста растений. Мы белковые формы жизни, строим свои клетки из белка. Растения углеродные, и для строительства новых листьев им необходим углерод. Откуда он берется в аквариуме? Часть углерода берется из грунта, вырабатывается бактериями, часть дышит рыбы и тем самым способствует насыщению углекислоты, но, как правило, в аквариумах этого недостаточно. Откуда же берется углерод извне? Простой и удобной системой является система Деннерли. Здесь в аквариуме используется миниатюрная модель для аквариумов от 10 до 60 литров. Это для аквариумов до 60 литров, ну и где-то, наверное, до 100 примерно, система. Итак, что она из себя представляет? Прежде всего, это баллон, счетчик пузырьков и, собственно, реактор, в котором происходит эффективное растворение углекислоты. Пугаться этой системы не нужно, она работает предельно просто. Вы наливаете в контейнер воду до отметки, добавляете капсулу реактив и устанавливаете эту систему на внешней стенке аквариума с помощью вот таких вот липучек. Дальше система начинает функционировать, она стартует примерно 2-3 дня и впоследствии на протяжении 40 дней подает в аквариум углекислоту. В реакторе она растворяется и полностью усваивается растением. С помощью такой системы вы можете эффективно выращивать практически любые растения, и требовательные, и менее требовательные. Если вы хотите, чтобы у вас была газонная травка в аквариуме, смело подключайте такую систему. Приходите и покупайте ее по адресу улицы Бориса Галушкина, дом 10, в магазине «Аквалуга» на ВДНХ.